Всем привет, дорогие мои хорошие, любимые друзья, с вами Лайков Гейм и добро пожаловать на прохождение Лего Хоббит. Продолжаем приключения и путешествия наших маленьких друзей-гномов и одного хоббита, Бильбо Бэггинс. Добрались мы уже почти до горы, так сказать. Все, вот она, пустошь Смауга. Всякие люди ходят, непонятные в зимних шапках. Привет. Жители озерного города, стражник, купить 15 тысяч? А, да давай купим. Ладно, так и быть, мы купили тебе. Смотри, сколько у нас, блин, персонажей открыто, офигеть. Так, все, дальше что? Все? Дейл, Чип и Дейл. Это город Дейл, да? Топок. Стоп, стоп, стоп. Что тут можно разбить? И что мы разбили с вами? Не знаю, для чего мы это сделали сейчас? Ага. Тут вот можно что было сделать. Чего технологии дошли? Так, а где у нас шапки, чувачок? Вот он. Это для тебя работа, в принципе. Только оружие. А почему у тебя оружие, рогатка? Где у тебя нормальное оружие? Сокровище? Что сокровище? Что такое сокровище? Так, нет, это не он. Не в шапке, подождите-ка, тогда... Ну он же должен быть, да, он же сокровище разбивает. Странно как-то, если честно. Не знаю, тогда очень странно. По идее, он должен у нас... добывать сокровища. Ну ладно, ничего страшного. Кстати, прикольный городочек. Так, это что, это сохранить? А, это переместиться мы еще можем. Офигеть, серьезно? Смотрите-ка. Нифига себе. Я даже не знал об этом. Привет, мы с мужем пришли сюда издалека, чтобы искупаться в лучах славы наших предков. Сразиться с драконами, сюда летит целая стая этих ужасных чумана с бородой. Предков. А, это гном, типа женщин-гном, представляете? Кстати, первый женщин-гном, который я вижу. Это какая-то мини-игра. Мы активировали ее, офигеть. Видите, какую-то мини-игру с вами активировали. Сколько там надо? 20, да, 20, 13 мы, в принципе, победили. Что там? Так, сколько там, я не увидел. 19 и 20, да? 20, все. Good work. Sorry, I may have exaggerated the threat a little. Makes these dragon defense drills much more effective. You never know when it'll happen for real. Though if my husband is to be believed, the bigger problem here is ghosts. Да. Еще за такую серебряную получили деталь. Кстати, потом надо разобраться. Ребят, напишите, кто знает, что за серебряная деталь. Что она, за что отвечает вообще? Так, вообще нам не сюда, подождите-ка. А эльфы и те, кто обладает эльфийскими способностями, могут забираться... А, ну это я знаю. Вот. Куда вообще нам надо? Что-то я заболтал.
Городок настолько большой, что я реально заплутал тут. Подождите, подождите-ка. Нифига себе, они создали городок. А как хочется вернуться в городок. Так, немножко Хогвартс напоминает вот эта тропинка. О, смотрите, и там можно помочь. Блин, тут реально после игры я, блин, не знаю, еще тут на часов 5 пропаду. Все это обследовав. Подождите, не сюда опять, я опять не сюда пришел. Вы обнаружили легендарный гном через распределитель добычи. Теперь вы можете обменять собран... Ага. Так, я немножко не сюда пришел. Да, нам нужно. Подожди, блин, я не понимаю. А зачем нас сюда тогда вела? А, она не сюда вела, она вот куда наискосок вела. Все выше и выше, как говорится. Ну, теперь, так, подожди, дальше куда? Сюда. The company had arrived at the main gates of the once great dwarven kingdom of Erebor. The ruined entrance stood as a harrowing reminder of the horror that lay within. Это еще и сосиску умудряется есть. Эх, я что-нибудь, ничего. Сюда, хир. Это все сосиску никак не доест. Все-таки отобрала птичка сосиску к дому. Так, ну нам наверх нужно добраться, да? Хорошо. Так, детали мы все соберем. Так. Друг мой. Что за ящики тут преграждают нам путь? Так, извините. Извините, миледи. Стоит золотые монетки. Блин, почему постоянно вы разлетаетесь в разные стороны? Все, извините. Так, у кого... Нет. Вот, все. Вот вы нам нужны, у кого. И да сними ты колечко. Так. Понял. Я понял вас, сударь. А...
Подожди, нет, нет, подожди. Так. Так, а нам куда вообще? Наверх либо вниз нужно? Тихо-тихо, только вниз не упади. Подожди, а внизу тогда что было? Стойте, постойте. Стой! Там была фиолетовая штучка. Штучка-дрючка. Никто ничего не увидел. Так, мы сюда еще можем. Так, давай, вниз. Посмотреть, осмотреться, что тут. Что за золотая статуя? Золотая чаша, золотая. Так, тут что? Тут выкопать нам надо. А копает у нас вроде бы... Нет, не он копает. Кто у нас акапелла? Ай, блин, и реально их так много, что я... Какую лопату? У какого-то блондина была лопата. Я помню. Его-то сейчас я его не вижу, если честно. Этого блондина? А у кого лопата? У тебя, может? Нет. У тебя лопата? И у тебя нет. У кого лопата? Тут вообще всех это гномы. Нифига себе, нам куда-то забираться надо. Надо поспешить. Время не растягивать. Ладно, с этими монетами кладыскателями. Так, отлично. Так, ну а тут нужен нам, кто пуляться может. Так, кто из них пуляться? Так, тут зеленое нам нужно сделать, да, я так понял. Ага, тут нам нужно синее сделать. Тут нам нужно красный выставить. Отлично, какая-то мельница заработала. Ах ты, это мост даже, смотрите-ка. Прикольно. Так, если мы включили мост или отключили? Так.
Я не понял, если честно, сейчас. Что мы с вами сделали? Четыре из пяти. Замечательно. Блин, что ж упал? Отлично, с тем мостом, когда непонятно было. Which means there's somewhere there is a keyhole. Так, давайте скважину теперь искать. Using the light. Come on. Так, отлично. Так, тут без разрушений не обойтись, походу. Стойте. Стой. Так, ну подойдите кто-нибудь ко мне. Другой. Так, ты давай, стой тут. Ты давай, поворачивай ленту. Мы правильно делаем движилки наши? Так, почему ты отпустился? Нет, надо, не успел вовремя. Стой! Кошмар. Толкай, толкай, толкай. Да что ж такое? Что за непруха? Давай, толкай, толкай. Ладно, быстрее, 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 быстрее. Нет! Так, значит, ты наоборот теперь. Ты толкаешь, надо быстренько просто переключиться на него. Есть! Крутим, крутим, что-то мы разогреваем. Ломайте, ну же, давайте. По дереву подожгли. А, за этим деревом скважина, да? У нас кроется. Where is it? Ну, где скважина? Не выходит. Can't be opened before. Что-то там в облаках смотреть. Пузырьки какие-то. Птичка, не птичка. Что, последний луч? Это же про Луну говорилось точно, а мы думали про Солнце. Это лунный свет, последний луч осени. Так, засуй быстрее ключ, суй. Я так и знал.
Все так было и задумано. Это было так и задумано. Давай, навались! Отлично. Мы в Airborne попали. На пороге судьбы. Ну или просто на пороге. Ну что, ребят, следующая, получается, у нас серия будет последняя серия. Light of Durin's day had revealed the secret entrance into the mountain described by the map. Before the company lay a dark corridor which would lead them deep into the kingdom of Erebor. Ведущий в королевство Эреборн к утраченным сокровищам народом Дурина. Ну что, подписывайтесь, ставьте лайки, следующая серия будет финальная. Всем пока.